Как правильно подключиться к тренинг-центру и получить доступ к обучающим материалам? Пошаговая инструкция для уверенных пользователей ПК. Шаг номер один. Переходим по реферальной ссылке пригласившего вас человека. Ссылка представляет из себя вот такого рода адресную строчку. Эту ссылку вы можете получить в личном сообщении. Можете перейти по ссылке из видео на YouTube-канале. После перехода по ссылке вы попадаете на главную страничку ресурса «Век роста». Именно на нем у нас организовано обучение. В правом верхнем углу нажимаем на регистрацию. Поле «Компания» выбираем «Vivasan». Поле «Электронная почта» указываем адрес действующей почты. На эту почту у вас не должно быть регистрации на сервисе «Век роста». Отмечаем чекбоксы «Согласен» на обработку персональных данных и проходим капчу «Не робот». Щелкаем на кнопочку «Зарегистрироваться». Получаем информационное сообщение, что на нашу почту отправлено письмо с подтверждением. Письмо чаще всего приходит в папку «Входящее», но проверьте спам. Тема письма – подтверждение электронной почты. Открываем письмо, кликаем на ссылку, подтверждаем почту. Подтвердив почту, мы автоматически переходим на страничку продолжения регистрации. Часть полей уже заполнена. Придумываем пароль. Правильно пишем вашу фамилию, имя и отчество. Очень важный момент – это правильно указать свой контактный телефон. Не ошибитесь, пожалуйста. Если на этом телефоне у вас есть WhatsApp, кликните на значок WhatsApp. Если пользуетесь Telegram на этом же номере, кликните на Telegram, Viber, если есть. Правильно указываем вашу страну проживания. Если вы уже зарегистрированы в компании, поле «Ваш регистрационный номер» записывайте свой регистрационный номер. Если у вас еще нет регистрации, то есть нет клиентской карточки, которая дает скидку 23%, кэшбэк ежемесячный, в это поле внесите произвольные цифры. Главное, чтобы поле было заполнено. И очень важный момент – это поле с номером вашего спонсора, то есть человека, который вас пригласил в тренинг-центр. Вам необходимо связаться с этим человеком и уточнить его регистрационный номер. Если вы неверно заполните это поле, у вас не будет возможности получить доступ к нашим курсам. Если вы не заполните это поле, то тоже не подключитесь к правильному кабинету на обучающей платформе, и также у вас не будет доступ к нашим курсам. Если по каким-то причинам у вас нет возможности связаться с спонсором, поле «Номер спонсора» укажите номер 8380. Это номер нашего генерального директора Ольги Васильевны Шерешевой. Вы временно подключитесь к ней, а затем в настройках вашего профиля поле «Спонсор» уже после регистрации нажмете на кнопочку «Открепиться» и вобьете номер именно реального человека, который пригласил вас в обучающий центр. Это сделать несложно, и общаясь в наших командных чатах, доступ к которым вы получите после регистрации, всегда можно будет найти того человека, кто вас пригласил в обучающий центр. Указав верный номер пригласившего вас человека, вы увидите его фамилию, имя и отчество. Пожалуйста, еще раз повторюсь, свяжитесь с вашим спонсором. Нажимаем на кнопочку «Зарегистрироваться», получаем информационное сообщение о успешной регистрации, жмем «Закрыть» и автоматически попадаем в ваш личный кабинет на обучающей платформе. Нажмите на кнопочку «Посмотреть позже». В правом верхнем углу вы будете видеть фотографию и имя человека, личному кабинету, к которому вы подключились, и ваш статус «Не подтверждено». Пригласивший вас человек еще не подтвердил ваш доступ к обучающим курсам. Делается это вручную. Необходимо немного подождать. Пригласивший вас человек увидит у себя заявку, свою структуру, отметит вас и подтвердит. Только после того, как у вас статус «не подтверждено» изменится, будет написано «связаться с вашим спонсором», вы можете перейти к этапу подключения курсов. Для этого слева в разделе меню выбираем обучение, выбираем спонсоры и подключаем курсы. В обязательном порядке начните изучение уроков с первого курса, который называется «Как пользоваться тренинг-центром». Нажмите «Подключиться», «Подтвердите», нажмите на кнопочку «Обучение» и откройте первый урок. Кликните на него левой клавишей мышкой. В этом уроке вы получите подробную инструкцию, что вам делать дальше. По всем техническим вопросам связывайтесь с вашим спонсором и с техподдержкой. Контакты техподдержки вы также найдете в первом уроке курса «Как пользоваться тренинг-центром». Успехов в обучении!